В Новоенисейке Бийского района выясняют обстоятельства происшествия, которое взбудоражило все село. Сразу в нескольких подворьях зафиксирована гибель животных. Шеи отгрызаны, прямо отгрызаны шеи гусей. И кишки повыпущены. В момент нападения погибшие животные находились в загонах. Это гуси, кролики. Не справились с непрошенными гостями даже овцы. Сегодня власти вместе с правоохранительными органами выясняют все обстоятельства случившегося. Не исключают нападение диких зверей, но все же склоняются к другому варианту. Предполагается, что это безнадзорные собаки. По этому поводу мы привлекли полицию для разбирательств. Далее вопрос стоит на контроле у надзорных органов, в том числе и у нас. Сегодня проводятся все мероприятия для того, чтобы разобраться в этой ситуации. И если есть виновные лица, то привлечь. Ну а если безнадзорные животные, то с нашей стороны были направлены заявки в администрацию Бийского района для отлова данных безнадзорных животных.